Казахстане снова подорожал бензин. Сдержать цены на топливо в этот раз агентство по регулированию естественных монополий не смогло. Повышение стоимости бензина объяснили скачком мировых цен на нефть. Уже с 3 октября самый ходовой бензин марки АЕ-92 продается по 110 тенге за литр, а дизельное топливо отпускается по 94 тенге. Для некоторых карагандинских автомобилистов повышение цен на бензин и вовсе стало сюрпризом, естественно, неприятным. А вчера подняли, мы еще просто не успели заправиться. Буквально пару дней назад ценники на местных АЗС неприятно удивили автомобилистов. Еще в понедельник самый ходовой бензин марки АЕ-92 стоил 106 тенге за литр. Теперь же его начали продавать по 110. Дороже стала солярка и топливо АЕ-80 – 89 тенге. Самый дорогой нынче 98-й бензин. За литр топлива этой марки придется раскошелиться на 140 тенге. Подорожание автомобильного топлива, объясняют в агентстве по регулированию естественных монополий, связано с изменением значений котировок на нефть марки Brent. Со 104 долларов США за баррель в июне до почти 115 долларов за баррель в сентябре. Поднялись цены на автомобильное топливо всего на 4 тенге. Однако и это, говорят карагандинцы, серьезно бьет по карману. И это-то в нефтедобывающей стране. Как все работаем, сейчас бензин дорожает, поднимаются цены на проезд. Конечно, если заливать по 5, по 7 литров, это незначительно, но если ты уже заливаешь по 10-20 литров, мне приходится 200 километров, 100 километров каждый день мотаться в Шахтинск, то это уже существенно бьет по карману. Бензин дорожает, значит хлеб подорожает, значит мясо подорожает, все подорожает, а зарплата как была, так и будет, она выше не станет. Подорожал бензин, подорожает и жизнь, говорят карагандинцы. Тот самый повод для предпринимателей и компаний поднять стоимость практически всех товаров и услуг. От хлеба и мяса до проезда в общественном транспорте. Ирина Камышова, Алжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».